Далее в передаче «Удивительные факты». Сколько времени осталось у нашего мира? История наполнена примерами крушения человеческих попыток сотворения утопии на Земле. Царства рушатся, империи исчезают. В чем же заключается судьба человека? Как можно обрести мир в душе? Можем ли мы знать будущее? Да, мы можем. Через все Писание Бог передает послание надежды, чтобы помочь нам определить наше место в настоящем и приготовиться к будущему. Присоединяйтесь к нам в программе «Удивительные факты», представляющие тысячелетие пророчества с Дагом Бэтчелором. Друзья, добро пожаловать на очередную передачу «Тысячелетия пророчеств». И я рад тому, что вы решили присоединиться к нам здесь, в Манхэттене. Может быть, вы сидите на своем диване дома, или вы в центре, или даже на стадионе далеко от нас. Но мы очень рады тому, что в нашем, в сегодняшнем расписании вы уделили время тому, чтобы присоединиться к нам в нашем путешествии по Писанию. Итак, друзья, присоединяйтесь ко мне, и давайте пригласим пастора Дага Бэтчелора. Добрый вечер. Добро пожаловать вновь на тысячелетие пророчеств, друзья. Сегодня мы приготовили для вас замечательное библейское учение из наших серий пророчеств. Итак, мы снова вышли на улицы. Давайте немного повторим кое-что по нашей теме сегодня вечером, которая является очень отрезвляющей и важно, чтобы увидеть, каковы представления людей о наказании нечестивых. Мы изучаем книгу Откровения, и книга Откровения и Даниила много затрагивает тему о суде и наказании нечестивых и озере Огненном. Таким образом, мы решили узнать, что же люди думают об Аде. Каково их понимание об Аде? Давайте послушаем ответы, которые мы получили. Я считаю, что ад будет больше похож на ваш самый ужасный день на земле, когда все выглядит ужасно, и вы как раб. Я не считаю, что там будет пылающий огонь или что-то похожее на это. Он будет похож на самую подавляющую депрессию, которая когда-либо у вас была. Вероятно, ад выглядит таким. Возможно, это будут муки, которые человек будет постоянно испытывать. Я не верю. В моей религии люди не верят в ад. Мы верим в процесс очищения, через который проходит каждый человек. Но все идут на небеса. Я не верю в настоящий ад. Я думаю, что это еще одна вещь, о которой люди попусту переживают и которая пугает других. Но ничего подобного нет. Я считаю, что его вообще не существует. Как выглядит ад? Я бы сказал, это довольно ужасное место. Людям придется заплатить за все, что они сделали в своей жизни на земле. Пламя, огонь, дьявол и все такое. Нет, все что угодно. Это не имеет значения, электрический шок или просто огонь. Самое важное, что это наказание за все, что люди делают неправильно. Я считаю, что если человек совершил грехи, то он будет за них расплачиваться. Я не знаю как, но думаю, что он будет расплачиваться. Итак, это были небольшие примеры понимания, которые имеют люди в Манхэттене. В Манхэттене можно услышать точку зрения людей со всей планеты. Мы хотим узнать, чему учит Библия. Бог не хочет, чтобы мы были невежественны в этом вопросе. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, так как сегодня вечером мы переходим к удивительному факту, связанному с вулканом Везувий в Помпеях. Я действительно был на вулкане Везувий в Помпеях. Это было много лет назад. Некоторые из вас читали это в моей книге, когда я совершал плавание по Средиземному морю. Наш корабль остановился здесь, и мы отправились в турне, и это было на самом деле здорово — увидеть те открытия, которые они нашли. Видите ли, город Помпеи являлся курортным городом в то время. Он датируется примерно 80-м годом до нашей эры. Это был своего рода Лас-Вегас для богатых римлян, и он стал знаменитым курортом. Он располагался у основания действующего вулкана. Люди привыкли к изредка случавшимся землетрясениям. Но в 79 году нашей эры город Помпеи и Геркулани были полностью разрушены большим извержением вулкана. Это было похоже на извержение вулкана Святой Елены. Вершина горы сотряслась.
Это извержение похоронило город под мокрым пеплом, который выглядел как герметическая печать, покрывшая весь город. Он оставался нетронутым до 1748 года, когда люди начали раскопки и нашли удивительные колизеи, здания, приспособления, дома, места обитания, которые сохранились почти в целостности, потому что там были герметичные условия. Среди прочих раскопок они нашли впадину, и иногда они заливали их гипсом, и по образующимся слепкам могли видеть, что тогда произошло. Во многих случаях люди умирали, и их тела разлагались. Они находили людей в различных позах, в которых они умерли. В Помпеи погибло 2000 человек. Было несколько самых трагических сцен, когда люди умерли, обнимая друг друга. Там были гладиаторы, которые умерли закованные в цепи. Это делалось для того, чтобы они не могли сбежать или совершить самоубийство. Но многие люди спаслись. Один из удивительных фактов является то, что многие не знают о том, что Римский легион был ответственен за разрушение Иерусалима и уничтожение храма. Они работали под управлением генерала Тита, который позже стал императором и после 2 лет правления умер. Они расхаживали по Помпеи, когда началось извержение вулкана. И многие из них погибли. Голод превратился в пепел. Горячий пепел сошел вниз и поглотил всех людей. И я думаю, это был очень уместительный, удивительный факт, чтобы начать наше сегодняшнее изучение, связанное с городами, покрытыми пеплом. Давайте перейдем к первому вопросу и подведем к той теме, которую мы будем изучать сегодня. Но вначале нам следует рассмотреть пророческую историю. В наших пророческих историях, которые вы обнаруживаете при прочтении вашего урока, говорится о том, что у Лота было несколько пастухов и смотрителей стада. И у его дяди Авраама тоже были смотрители стада, и они жили все вместе. Какое-то время все шло хорошо. Но позднее, когда они продолжали преуспевать, пастухи Лота и пастухи Авраама начали спорить. Авраам был очень щедрым и сказал Лоту: «Посмотри, вся земля пред тобой. Мы должны оставаться друзьями, мы же родственники. Возьми все свое имущество, своих овец и пастухов, и иди куда пожелаешь. Я уступлю тебе то место, которое ты выберешь. Делай выбор первым. Куда ты хочешь пойти?» Лот был молодым племянником, ему бы следовало дать предпочтение своему дяде Аврааму. Но я предполагаю, что он жадностью отхватил себе для себя самый лучший кусок. Он заметил долину Иордан, там была просто великолепная равнина. В Библии даже сказано, что она была похожа на Эдемский сад. Это было самое низкое место на земле. Я предполагаю, что там был тропический климат. И Лот сказал: «Я пойду вниз, в Иорданскую долину». Но это не был хороший выбор, потому что в Библии сказано, что люди, жившие там, были великими грешниками перед Господом. Люди Содома были нечестивыми. В Бытие 13:13 сказано, что они были весьма грешны. Их грехом была не только сексуальная безнравственность. В книге пророка Иезекииля вы можете прочитать об их изобилии и роскоши. Одним из их основных грехов была праздность и гордость. Бог готовился разрушить эти города, но прежде чем Он их разрушит, Он хотел спасти как можно больше людей. Перед потопом Ной предупреждал людей. До разрушения Содома и Гоморры Господь послал 2 ангелов, чтобы узнать, поверят ли люди Богу и примут ли предупреждение. Но там был найден только 1 человек. Лот и его семья, которые все еще верили в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Ангелы пришли и предупредили их. Прежде всего, люди города пытались напасть и причинить им вред. Ангелы сказали Лоту: «Спасай свою жизнь. Не смотри назад. Беги в горы, чтобы тебе не погибнуть». Что должно было произойти с теми, кто остался позади? Их должен был пожирать огонь. Лот пытался спасти как можно больше членов своей семьи. Затем он пошел к своим дочерям, которые были замужем за мужчинами из Содома, и попросил их пойти с ним. Он сказал: «Вставайте и уходите из этого места, потому что Господь разрушит этот город». Но он выглядел посмешищем перед своими зятьями. Видите ли, то же самое происходит и сегодня. Вы говорите людям, что этот мир не будет существовать вечно, и нужно приготовиться к концу. Помните, я никогда не говорил, что конец наступит 1 января, я не устанавливаю дату, но я верю, что конец придет. Об этом нам говорит Библия. Аминь? Но большинство людей мира смеются над этим. Это большая шутка. Они надсмехаются. Так же поступили и зятья Лота. В конце концов, когда уже казалось, что Лот не сделает все вовремя, ангелы отчаянно схватили Лота, его жену и 2 его дочерей, и физически вывели их из города и сказали им: «Бегите в горы, чтобы вам не погибнуть».
И они сделали это вовремя. В Библии сказано: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Эти города были уничтожены, и дальше там говорится: «И посмотрел к Содому и Гоморре, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Это было сверхъестественное явление. Бог вмешался, чтобы разрушить эти города. Библия рассматривается о гибели жены Лота. По этой причине вам нужно обратить внимание, что когда Иисус говорил о кончине века, Он сказал: «Вспоминайте жену Лотову». Возможно, ее сердце томилось по семье, или, может быть, по мебели, имуществе, комфорте. Она бежала в горы, но не обратила внимания на предупреждение не оглядываться назад. Иисус сказал, что наступает день, когда нам придется спасаться бегством. Он сказал, что когда мерзость запустения займет свое место, нам не нужно возвращаться домой за курткой или за вещами. Не оглядывайтесь назад, но смотрите вперед на холмы. Настает такое время, когда Божий народ будет спасаться бегством, и поэтому не оглядывайтесь назад. Нам нужно убедиться, что наши сокровища находятся на небесах, а не в Содоме. Аминь. Жена Лота оглянулась назад и превратилась в соляной столб. Только Лот и его две дочери спаслись в горах. Они думали, что весь мир был уничтожен. На самом деле, были уничтожены лишь Содом и Гоморра. Но у них было такое состояние, что они не думали, что кто-то еще остался в живых. И вот, небольшой удивительный факт для вас. В Библии был такой человек, который имел детей, которые также были и его внуками. Это Лот. Лот имел детей от своих дочерей. Они были одновременно и его детьми, и его внуками. Их звали Бен-Ами и Маав, и они закончили тем, что стали врагами Божьего народа. Библия говорит нам об этом, и наш первый вопрос о том, что случилось с теми городами. Это пророческая история, где рассказывается о Божьем воздаянии грешникам в будущем. Итак, сейчас мы находимся здесь. Я немного поторопился, давайте разберем вопрос номер один. Какие два города в Библии приведены в пример погибели нечестивых? Если вы находитесь здесь, в Манхэттене, пожалуйста, позвоните пастору Дагу, чтобы узнать ответы. Если города, Содомский и Гоморрский, осудив на истребление, превратил в пепел, превратил их во что? Он превратил их в пепел. И далее мы читаем, показав пример будущим нечестивцам. Если мы прямо сейчас закончили бы наше собрание и разошлись, то у вас бы осталось библейское понимание того, как Бог поступает с нечестивыми. В Писании говорится, что Содом и Гоморра являются примером того, как Бог поступит с нечестивыми. Огонь сошел с неба и поглотил их. Они превратились в пепел. Они являются примером того, как Бог поступит с нечестивыми. Но мы не собираемся пропускать это служение. Мы продолжим и дадим вам немного больше информации. Вопрос номер два. Когда все нечестивые будут уничтожены в адском огне? В Библии сказано, что Господь знает, как соблюдать неправедных ко дню суда для наказания. Как сделать это? Соблюсти неправедных ко дню суда для наказания. Бог хранит их. Далее, вы можете прочитать вторую часть ответа. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 12:48, «Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Теперь, друзья, я хочу быстро обратиться к Библии. Видите ли, я читаю все отрывки из Писания для этого урока. Мне нравится держать в руках эту книгу. Я хотел бы вам показать кое-что. Откройте в своей Библии 6 главу Евангелия от Иоанна. Я хотел прочитать это в прошлый вечер. Моя проблема в том, что у меня больше мест Писания, чем времени, чтобы ими поделиться. Тем людям, которые думают, что после смерти пойдут прямо на небеса до суда и до воскресения, нужно прочитать то, что Иисус сказал в этой главе. К примеру, на странице 1558 в английской семинарской Библии, в Евангелии от Иоанна 5:39 сказано, «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». В 40 стихе сказано, «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и воскрешу его в последний день». Как только человек умрет? Нет, Иисус сказал, «Я воскрешу его в последний день». Вы можете прочитать 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». 56 стих. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Я еще не закончил. Откройте со мной 15 главу 1 послания Коринфянам.
Это еще один пример, который ясно это показывает, потому что сегодня последний вечер изучения темы об умерших и о том, когда они воскреснут, и даже о теме ада. Для вас очень важно знать, когда люди получат свои награды, поэтому мы узнаем, горят ли люди сейчас в аду. 1 Коринфянам, 15 глава. Давайте начнем читать с 22 стиха. В английской Библии это 1687 страница. «Как в Адаме все умирает». Все мы имеем греховную природу, унаследованную от Адама, но благодаря благости через Христа мы можем одержать над ней победу, так как во Христе все живут. 23 стих. «Каждый в своем порядке, таков порядок, первенец Христос, Иисус же воскрес». Что же произойдет после этого? Потом воскреснут Христовы. Когда? В пришествии Его. Когда они воскреснут? В последний день. При Его пришествии, когда затрубят трубы, когда Господь сойдет на землю. Вам ясно, что они еще не воскресли? Скажите «Аминь», если вы поняли это. Аминь. В Библии множество отрывков на эту тему. Это трагедия, что люди берут пару неясных, неопределенных отрывков и строят на них целую теологию. Не пренебрегайте контекстом библейского отрывка, который вы читаете. Верьте Слову Божьему. Вот уже несколько тысячелетий христиане верят Библии. Истории в Библии и притчи, которые рассказывал Иисус, являются для нас одним из лучших способов научиться. Получил ли свою награду Джон Смит? Поет ли он сейчас на небесах? Или горит в аду? Что об этом говорит Библия? Он соблюдается на суд Великого дня. Будет ли он наказан или награжден? Это будет известно в последний день. Это понятно? Есть одна притча, на которую я хочу обратить ваше внимание. По-моему, она находится в Евангелии от Матфея 13:40. Иисус рассказал о человеке, который имел поле и посеял хорошие семена. Он посеял пшеницу, но пришел враг и посеял плевелы, похожие на сорняки. Когда они маленькие, они похожи на пшеницу. Когда все взошло, рабы сказали: «Посмотри, мы нашли среди пшеницы плевелы. Если хочешь, мы пойдем и выберем их». Он ответил: «Нет, пусть растут вместе до времени жатвы». Откровение. Иисус придет серпом, чтобы собрать на земле жатву. Он говорит: «В конце мы соберем жатву». Теперь мы можем прочитать отрывок из Писания от Матфея 13:40-42. Где Иисус говорит, что так произойдет с нечестивыми в конце века. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его соблазны и делающие беззакония, и вергнут их в печь огненную». Ну, вы это поняли? Когда их соберут и сожгут? При кончине века. Так сказал Иисус. Тогда кто сейчас горит в аду? Теперь мне нужно остановиться и поговорить с вами одну минуту. Мои руки также сейчас начнут проповедовать. Есть две крайности, в которые впадают люди, когда речь заходит о теме ада и озере огненного. Одна крайность заключается в том, что Бог является тираном, который сразу же после смерти бросает людей в пылающее серное озеро. А дьявол сидит в аду, он там работает. У него есть вилы, которыми он толкает людей, чтобы убедиться, что они достаточно сварились. И люди корчатся и кричат в невыразимой агонии нескончаемого века, покрываясь волдырями в раскаленном огне и сере. Джонатан Эдвардс читал проповедь под названием «Грешники в руках разгневанного Бога». Он проповедовал так сильно, что люди, сидевшие на скамьях, падали на колени и говорили: «Пожалуйста, пастор Эдвардс, больше мы не в силах этого принять. Смилуйтесь над нами». Вторая крайность отзывается эхом в ответах людей Манхэттена. «Бог есть любовь. Все мы в этом преуспеваем. Для нечестивых нет наказания». Но между этими двумя крайностями вы найдете библейскую истину. Мы обычно думаем об аде или об озере огненном, где будут наказаны нечестивые, и каждый человек получит по своим делам. Но Библия говорит, что сейчас они не горят, потому что суд еще не состоялся. Еще не произошло воскресение святых. Это и есть благая весть. Аминь. Со своими делами. Но Библия говорит, что ад сейчас не горит, так как суд Божий еще не произошел. Воскресение еще не произошло. Это действительно хорошая новость. Аминь. И к тому же, грешники не горят в этом огненном озере всегда. Теперь вы скажете, разве в Библии не сказано вечно? Да, оставайтесь со мной. Мы будем смотреть каждую цитату из Библии. Я приглашаю вас задавать вопросы на эту тему. Давайте посмотрим, чему учит Библия. Поверьте Слову Божьему. Это звучит справедливо? Вопрос номер 3. Если грешные люди, которые умерли,
пока не в аду. Где же они находятся? Ответ. Евангелие от Иоанна 5:28. Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Теперь давайте перейдем к книге Иова 21:30 и 32. День погибели пощажен, бывает злодей. Английский перевод. Грешник прибережен на день погибели, уничтожения. Далее говорится, его провожают ко гробам, и на могиле его ставят стражу. Что произойдет с грешными людьми, когда Иисус вернется? Библия говорит, что грешные люди будут уничтожены яркостью, блеском его пришествия. Грешные люди, которые будут живы в то время, когда Иисус вернется, будут убиты блеском, яркостью его пришествия. Они останутся мертвыми до конца тысячелетия. Вы можете прочитать это в книге Откровения, 20 главе, 6 стихе. Здесь написано, «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Прочие же из умерших не ожили». Если праведные, блаженные и святые участвуют в первом воскресении, кто же прочие из умерших, которые не ожили? Очевидно, грешники, правильно? Они останутся в могилах до тех пор, пока не окончится 1000 лет. Написано, «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Мы поговорим об этом более подробно в эти выходные дни, когда будем изучать тысячелетнее царство Иисуса Христа. Вопрос номер 4. Какая награда или наказание за грех? Ответ. Это то, что нам необходимо понять. Послание к Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Когда Адам и Ева согрешили, Бог изгнал их из Эдемского сада. Вы помните, что Бог сказал? «И изгнал Адама, и поставил херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни, чтобы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Бог сказал, что человек не будет жить вечно. Основание многих неправильных, ошибочных религий состоит в том, что вы бессмертны. Вы не можете умереть. Вы будете жить вечно в аду, или вы собираетесь жить вечно на небесах. Библия говорит нам, что существует два выбора, две альтернативы – жизнь или смерть. Смерть означает смерть. Люди отказываются принимать то, что они имеют смерть. Вопрос номер 5. Какие два выбора? Ответ. Это то, что мы как раз обсуждаем. Какие два выбора существуют у всех людей? Ответ находится в Евангелии от Иоанна 3:16. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, существует два выбора – смерть или жизнь вечная. Многие люди верят, что имеют жизнь вечную. Вам как раз необходимо решить, или вы собираетесь провести ее в огне, или вы собираетесь провести ее на небесах. Библия не учит этому. В Библии, когда описывается наказание за грех, говорится, что грешные люди будут истреблены, будут пожраны, уничтожены, они погибнут, и их больше не будет. Я мог бы продолжать и продолжать и продолжать. Вы можете прочитать сотни утверждений в Библии, это очень ясно. Я знаю, что вы думаете, но что насчет этого стиха? Сегодня мы разберемся в этом. Оставайтесь со мной. Здесь один из наиболее важных вопросов, ответ на который вы могли бы получить во время семинара. Оставайтесь со мной. Какое наказание за грех? Если наказание за грех – вечный огонь, тогда Иисус не заплатил полную цену. Наказание за грех – смерть. Иисус умер за наши грехи. Он страдал. И грешные люди тоже будут страдать за свои грехи и затем умрут. Иисус страдал и умер. Если наказание за грех – вечная мука, Иисус был в могиле 2 дня, а не вечно. Как же насчет этих слов? Вопрос номер 6. Что произойдет с грешниками в адском огне? Ответ. Еще немного. Так звучит ответ на этот вопрос. Еще немного, и не станет нечестивого. Знаете, Библия говорит это также о дьяволе. Там говорится, не будет тебя уже никогда. Это хорошая новость. То, что дьявола, мучащего грешника, там не будет. Дьявола больше не будет. «Не будет тебя уже никогда», сказано, «еще немного, и не станет нечестивого». Но нечестивые погибнут в огне, в дыму, они истребятся. Теперь вам это понятно? Я имею в виду, какие бы слова вы использовали, чтобы было бы более ясно, чем те, которые использует Бог. Есть ли слова, которые Бог упустил? Нет. В Малахии 4:1 говорится о том, что произойдет с нечестивыми. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, все надменные и поступающие нечестиво. Как много грешных людей, все поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день. И будете попирать нечестивых». Написано, «Ибо они будут прахом под стопами ног ваших». Знаете, меня очень вдохновляет эта тема.
Причина состоит в том, что, когда я рос, я ходил в 14 различных школ. Я ходил приблизительно в 8 различных школ в окружности Нью-Йорка. И также я ходил в некоторые религиозные школы. В 2 религиозных школах учили нас, что люди верят, что добрый человек, когда умирает, идет прямо на небо. Злой человек, когда умирает, попадает в ад, будет гореть там и покрываться волдырями, мучиться на протяжении всей вечности за грехи одной короткой жизни. Я думал, мне только 10 или 11 лет. Мне казалось, это несправедливым. Если я умру, я буду гореть в течение 10 миллиардов огромного количества лет. И я только начал жить. Мне было трудно понять, что такое вечный огонь. Для меня это было шок. Я думал, что Бог садист. Я отвернулся от Бога, так как предо мной стояла картина, что Бог жестокий тиран. Я начал исследовать другие религии, так как в моем представлении Бог в христианстве жестокий, мстительный, несправедливый. Я видел несправедливость в этом. Когда я узнал библейскую истину на эту тему, вы не представляете себе, с меня словно груз свалился, который давил меня всю мою жизнь. Я представлял себе Бога жестоким, но когда я понял библейскую истину об аде, я понял, что Бог любящий, справедливый и милосердный. Поэтому очень важно изучать и понимать Библию. Это искажает представление о Боге. После этого, я надеюсь, вы будете держать свой разум открытым, молиться и искренне изучать Библию. Не держитесь крепко или не принимайте предвзятые мнения. В большинстве случаев люди верят чему-то годами, находясь в очевидном заблуждении. Только из-за того, что вы верите этому годами, еще не значит, что это истина. Библия говорит, что существует только одна истина, и эта истина освободит вас. Эта тема – одна из тех случаев, при которых, когда вы знаете истину, вы пойдете вперед. О, это намного лучше. Это намного справедливее, разумнее. Иисус сказал, давайте рассуждать, делать выводы вместе. Бог хочет, чтобы вы использовали свои мозги. Он справедлив. Вопрос номер 7. Где будет находиться огонь ада? Ответ. Многие люди были шокированы, узнав, что ад будет пылать прямо здесь, в городе Нью-Йорке. Это правильно. Многие люди представляли ад в пещере. Вы все слышали это. Это приходит из греческой мифологии. Может, мне следует остановиться на этом месте и дать вам небольшую лекцию на тему, какие слова используются для этого в Библии. Главным образом 4 слова, которые переводятся как слово «ад». Это слово «шеол». В еврейском тексте оно означает «могила». Слово «гиена» — это греческое слово, соединенное с еврейским словом, которое в результате означает «долина», «падина Хинон». Это был город, построенный за пределами Иерусалима, полный червей, поэтому они держали его в тлеющем огне, чтобы подавить зловоние. Помните, когда Иисус говорил, что «лучше вам пойти на небо, потеряв при этом руку, ногу или глаз, чем пойти в ад, или где черви не умирают и огонь не гаснет». Слово, которое Иисус при этом использовал, означало «свалку», которая была за пределами Иерусалима, «гиена». Существует еще другое слово. Это слово «гадес». Это местечко, город, которое произошло из греческой мифологии. Держите в разуме, вспомните Александра, великого завоевателя Иерусалима, в Палестине тогда. Они были хорошо знакомы с греческими словами и мифологией. Фактически, некоторые из евреев были известны как эллинисты, специалисты по древнегреческой культуре и искусству. У них было отчасти соединение греческой культуры с иудаизмом. Иисус говорил о Гадесе. Гадес имел бога по имени Плутон, который управлял этим местом, изобилующим пещерами, где мучились грешные души. Вы слышали о Цербере? Где об этом написано в Библии? Это не из Библии. В Библии не написано, что дьявол управляет адом. Затем 4 слово, Тартаро. Оно употребляется всего один раз в Библии. По-моему, оно написано в первом послании Петра. Оно означает «темное место». Итак, эти 4 слова переводятся в Библии как «ад». Множество раз слово «ад» просто означает «могила». Поэтому писатели сказали, что «внизу в аду» — это означает «внизу, в могиле». Люди думали, что ад был внизу, где-то там. Эта шутка возникла, когда вы возвращаетесь по вечерам в собрание. Я забыл, какая большая часть Нью-Йорка находится под землей, под улицами. Иногда, возвращаясь вечером собрания, вы видите пар, вздымающийся из люков. Это выглядит как ад внизу. Но ад не собирается гореть и пылать вон там, внизу. Ад будет по всему лицу земли. Библия говорит нам, что озеро огненное обрушится на землю, чтобы очистить планету. Это наш следующий ответ на вопрос номер 7. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба и пожрал их».
Если вы не знаете, что означает слово «пожирать», вам нужно пригласить пастора Дага на мексиканское блюдо. Я объясню вам личное значение слова «пожирать». Откройте 2 Петра, я покажу вам это. «Я отведаю много бесплатных блюд», объясняя это. 2 Петра 3:10. Здесь говорится следующее. «Стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Бог собирается использовать этот огонь, чтобы очистить землю. Это произведет большое очищение. Библия говорит, что Бог использует огонь, чтобы очистить нас. Не удивляйтесь огненным испытаниям, которые приходят в вашу жизнь, зная, что испытание вашей веры сделает вас дороже золота. Высокопробный металл очищает огнем. Это способ, как вы избавляетесь от порока. Библия говорит, что Бог придет за невестой, которая без пятна, и, как написано в английской Библии, без морщинки. И Он использует горячий утюг, чтобы разгладить на нас все морщинки. Бог будет очищать нас испытаниями, наставлениями и тяжелыми обстоятельствами, приходящими в нашу жизнь. Вы знаете, огонь имеет свойство очищать и стерилизовать. Вопрос номер 8. Будет ли дьявол управлять огнем ада? Ответ. Откровение 20:10. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное. Представление о том, что дьявол там в аду контролирует людей, мы видели карикатуры на эти истории, комиксы, выдумки и сплетни. Но это идет вразрез Библии. Дьявол будет вержен в озеро огненное. Многие ложные представления об аде пришли из средних веков. Буду с вами честен. Они были созданы для того, чтобы принуждать людей ходить в церковь, и затем, напугав людей, вытягивать из них деньги. Вы знали это? Это запугивающая тактика. Это не по-библейски. Позвольте мне рассказать вам историю. Однажды, в сочельник, около нашего дома сломалась машина служителя Баптиста. В их машине все перестало работать. Мы пригласили их провести у нас ночь. Им был нужен генератор переменного тока, а все магазины были уже закрыты. Я сказал, «Я христианин». Он спросил меня, во что я верю и какие мои убеждения. Я поделился с ним о том, что Библия говорит об аде. Я познал Бога в Баптистской церкви и крестился там. Я поделился с ним некоторыми стихами из Библии, которыми я делюсь и с вами. И он сказал, «Брат Даг, я знаю эти места Писания. Если изучать Библию, становится понятно, грешники будут гореть в аду, и кажется, что огонь в аду еще не разгорелся». Знаете, что он сказал? Он сказал, «Если я скажу это членам моей церкви, они не будут ходить в церковь». Я сказал, «Брат, я надеюсь, что люди ходят в церковь не из-за этого». Для пастора это было похоже на подстраховку, рассказать прихожанам об адском огне. Они хотят, чтобы люди приходили в церковь, поэтому они используют эту запугивающую тактику. Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему из-за страха или из-за любви. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему из-за любви. Многие люди, которых сейчас здесь нет, понимают это. Вопрос номер 9. Огонь ада когда-нибудь закончится? Ответ. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Знаете, я не единственный, который верит этому. Я пастор. Я постараюсь сказать очень немного о моей церкви, не зная, как долго я смогу сдерживаться. Я не хочу хвастаться своей церковью. Я хочу учить в соответствии с Библией. Но моя церковь не единственная церковь, которая верит этому. Это учение возвращается в христианство. Есть один служитель по имени Эдвард Фьюдж, пастор харизматической церкви, который написал книгу. Вы можете найти ее в христианских магазинах. Это вроде раскрытия христианской теологии на эту тему. Он изучал эту тему, поэтому сказал, «Если вы исследуете Библию, вам станет это ясно. Огонь уничтожает грешников, он пожирает их». Первым об этом сказал Ф.Ф. Брюс, великий богослов из братства города Плимута. Это не то, что обсуждают или узнают, прячась в углу. Это библейская истина, которая вновь возвращается к людям. И люди уходят от вселящих средневековых преданий и языческой лжи, и возвращается к тому, что Библия говорит об этом. Вопрос номер 10. Душа и тело разрушаются в аду? Ответ. Что говорит Библия? Евангелие от Матфея 10:28. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Тело Иисуса было распято, но дьявол не смог прикоснуться к его душе. Вас могли мучить, но не беспокойтесь, Библия говорит, «А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Что сказал Иисус по этому поводу? «И душа, и тело будут что?» «Душа и тело будут уничтожены в аду». Это означает, что всем, чем вы являетесь, ваш разум, тело, душа, дух, все это будет уничтожено в аду, безвозвратно. Вопрос номер 11. Для кого будет зажжен огонь ада?
Ответ. Для кого Господь делает это? Евангелие от Матфея 25:41. «Идите ко мне, проклятые, в огонь вечный, приготовленный для всех грешников». Для кого он приготовлен? Приготовленный для дьявола и его ангелов. Печально, если люди избирают следовать за дьяволом, они будут разделять его награду. Существует только два господина. Только две дороги. Иисус сказал, «Если вы не со мной, значит, вы против меня. А если вы против Иисуса, значит, вы с дьяволом. Вы будете соучастниками его дела». Бог очень сильно хочет спасти всех людей от огня. Он любит нас. Библия говорит, что Господь не желает, чтобы кто-то погиб. Он желает, чтобы все пришли к покаянию. Бог желает, чтобы все люди были спасены. Библия говорит, «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Бог дал нам это послание, потому что хочет спасти всех людей от озера огненного. Существует наказание для грешных людей, и мы поговорим еще об этом. Но это предназначено для дьявола и для тех, которые следуют за ним. Вопрос номер 12. Как Библия относится к истреблению Богом нечестивых? Ответ. В книге пророка Исаии 28:11 написано, «Разгневается Господь, чтобы сделать дело свое, необычное дело, и совершить действие свое, чудное действие». Бог — это тот, который дает жизнь. Господь хочет создавать жизнь. Он является Богом любви и благословений. Посмотрите на Эдемский сад, если вы хотите узнать, что нравится Богу. Он создал сад, и Он поместил человека туда, чтобы мы могли наслаждаться Его творением. Все было просто прекрасно. Если вы хотите узнать, какой Божий план, замысел для нас, вам придется посмотреть на Эдемский сад. Вам нужно увидеть сад в новом городе, правильно? Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Когда ему приходится бросать грешников в озеро Огненное, вы думаете, что он наслаждается этим? Библия говорит, это чудное действие. Бог не получает удовольствия от уничтожения грешников. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Думаете, Он будет наслаждаться, когда будет вынужден бросать грешников в озеро Огненное? В Библии сказано, что Богу вовсе не доставляет удовольствия уничтожать грешников. Когда я жил в пещере, моя кошка... Кошки ведут себя немного жестоко, когда ловят мышей. Когда они поймают их, они не едят их ножом и вилкой. Они любят играть со своей добычей. Я оценил нашу кошку за ее труды. Дело в том, что у нас в квартире мыши. Но мы стараемся побыстрее с ними разделаться. Один раз моя кошка поймала маленькую мышь, в то время как я готовил свой ужин. Она мучила ее, затем позволила ей убежать, потом снова ее поймала. Это бедное маленькое оцепеневшее создание пыталось вырваться на свободу, и казалось, будто она в озере Огненном. И это заняло... О, друзья, послушайте, послушайте реакцию манхэттенской публики. А, мышь! И знаете что? Вот что я почувствовал. Она страдала всего лишь несколько секунд, но это показалось вечностью. Я подумал, о, бедняжка страдает. Она выглядела ужасно, словно она в огне, когда моя кошка ее мучила. Видя это, я не мог смотреть на то, как эта мышь страдает. Вы думаете, что Бог хочет поступать так со своими непослушными творениями на протяжении всей вечности? Оставайтесь со мной, друзья. Номер 13. Не указывает ли библейская фраза «неугасимый огонь» на то, что огонь никогда не кончается? Я имею в виду, здесь говорится «неиссякаемый», что означает, что он горит вечно. Давайте посмотрим, что говорит Библия в Евангелии от Матфея 3:12. Сказано, «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Эти слова звучат противоречиво. «Сожжено» означает, что все исчезло, но также там говорится «неиссякаемый огонь». Оставайтесь со мной, я объясню это. Иеремия 17:27. «А если не послушаете меня в том, чтобы светить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возожгу огонь ворота его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет». Здесь сказано «пожрет» и «не погаснет». Дворцы и врата были поглощены. Они были сожжены Навуходоносором, потому что они не раскаялись в своих грехах. Но сегодня они не горят. А неугасимый значит тот, кто не прекращается. Вот другое место Писания из Евангелия от Марка 9:47-48. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божье, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Теперь позвольте мне это проиллюстрировать. Я надеюсь, это поможет вам понять. У меня коробок спичек.
Пожалуйста, не звоните пожарникам. Я видел множество людей, которые курили на этом месте. Я уверен, я смогу это сделать. Сейчас огонь горит, он не гаснет. Я не намерен его тушить. Он обжигает, поверьте мне, но я не намерен его тушить. О, горячо. Но я не собираюсь его гасить. Я его не гашу. Не собираюсь его гасить. Я его не гасил. Он горит? Нет. Тушить — это глагол. Это означает прекратить. Имеется в виду огонь. Что же осталось? Пепел. Ничего не осталось. Я его не гасил. Никто не способен потушить огонь ада. Там не будет пожарников, бегающих вокруг огня и гася его. Вот о чем говорит Библия, когда рассказывает нам, что это неиссякаемый огонь. Номер 14. Означает ли выражение «вечный огонь» непрекращающийся? Слово «вечный» означает, что он будет гореть в веки вечные. Давайте найдем это в Библии. Послание Иуды, 7 стих. «Как Содом и Гоморра, подвергшись казни огня вечного». Содом и Гоморра были сожжены вечным огнем. Они до сих пор горят? Нет. Я был на Мертвом море. Это самая низкая точка на земле. Те города уничтожены. На самом деле, если вы поедете на юг Мертвого моря, там холмистая местность, где есть только кучи пепла, образующие серные шарики. Дома в Калифорнии, у меня есть один такой. Если вы поддержите их над огнем, они сгорят. Они указывают на то, что там произошло. Это единственное место на Земле, где вы можете найти нечто подобное. Серные шарики можно найти на юге Мертвого моря. Это подтверждает то, что эта история правдива. Отлично. На чем мы остановились? Номер 15. В книге Откровения 20.10 сказано, что грешники будут мучиться во веки веков. Означает ли это бесконечно? Но вы бы так подумали. Прочитайте книгу Ионы 2.7. Помните, сколько времени Иона находился в животе у кита? 3 дня и 3 ночи. Что сказал Иона? «Земля своими запорами навек заградила меня». Но в Библии сказано, что Иона провел в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Возможно, это могло показаться вечностью. Можете ли вы себе это представить? Каково плавать в темном слизистом желудочном соке? Все жжет. Знаете, то, что однажды пришло мне на ум, просто ужаснуло меня. Если он оставался в живых эти 3 дня и 3 ночи, там, вероятно, могли быть и другие ползающие твари. Он мог плавать там рядом с кальмарами и морскими ежами. И, возможно, это показалось ему вечностью. Вам так не кажется? Особенно если учесть то, что у него не было часов. Это кажется вечностью. Что имеется в виду в Библии под словами «во веки веков»? Вам нужно прочитать это в контексте. В греческом языке слово «навек» происходит от того же однокоренного слова «эон», «анон». Это означает неопределенный период времени. Вы когда-нибудь говорили: «О, я не видел их целую вечность». Вы слышали такое выражение? Но это не означает, что я не видел их вечно. Это означает продолжительное время, и вот как будут чувствовать себя грешники, когда их бросят в озеро Огненное. В книге Откровений говорится: «И дым мучений их будет восходить во веки веков». Помните слова? «Восходящий вверх во веки веков» означает «невидимый». Когда я жил в Техасе, у нас там были городские свалки. Каждые 16 километров был небольшой город, и в каждом городе была небольшая свалка, и они часто поджигали свалки, чтобы устранить зловоние. И когда вы путешествуете по Техасу, вы можете видеть там дым целыми днями, как эти небольшие столбы дыма незаметно поднимаются вверх во веки веков. Они не сгорают навеки, но доступ к ним навечно закрыт. Понимаете, о чем я говорю? Вам нужно читать это в контексте Библии. Он поднимается незаметно. Более того, когда у еврея был раб-еврей, он служил своему хозяину 6 лет. По истечении 6 лет ему разрешалось уйти на свободу. Но если рабу нравится его хозяин, он должен был пройти через ритуал, где он прокалывал свое ухо у двери дома. И в Библии сказано, что тогда он будет служить ему вечно. Что это означает? До его смерти. Верно? Помните, когда в первой книге царств Анна принесла маленького Самуила в храм, чтобы посвятить его Господу, и сказала, что он будет служить Богу. Как долго? На все дни жизни его. Столько же, сколько времени человек жив.
Если человек совершает несколько страшных преступлений и убийств, то судья приговаривает его к 1000 лет заключения. Знаете, некоторые судьи делают именно так. Они выносят приговор, убеждаются, что он безусловного освобождения, и дают 50-кратный срок. Вы знаете, что они получают? Вечное наказание. Они никогда не освобождаются. У них нет ни малейшего шанса, и это то, о чем нам говорит Бог. Поэтому Он просит нас принять Иисуса в свою жизнь, которая так коротка по сравнению с вечностью. У нас есть только одна жизнь, чтобы принять решение, потому что ваша судьба вечна. У вас есть либо вечная жизнь, либо вечная смерть. И не вечное осознание того, что вы горите. У Бога нет отдельной камеры пыток где-то во вселенной, где Он собирается мучить людей вечно. Навеки и вечно. Это библейские выражения, которые означают «до конца времен». И не обязательно бесконечно. Оставайтесь с нами. Вопрос номер 16. После того, как грех и грешники будут уничтожены, что сделает Иисус для своего народа? 2 Петра 3:13. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Мне особенно нравится следующий стих, Откровение 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». Бог не желает сделать грешников бессмертными. Как вы сможете наслаждаться вечной жизнью, если друзья или семья, которых вы знали, не спаслись и горят в огненном озере? Это ужасно. Однажды я спросил у человека, который в это верил, «Что бы ты делал, если бы ты был на небесах, а твоя жена погибла бы и была вергнута в озеро огненное? Как бы ты мог наслаждаться своей наградой?» Он ответил, «Но я сказал бы только, слава Богу, я бы просто славил его». Когда он это говорил, его жена удивленно посмотрела на него. Я имею в виду, уберет ли от нас Бог естественную привязанность к нашим родным и близким? 15 лет назад, когда я жил за холмами, я слушал одну христианскую радиопередачу. Я слышал, как люди звонили в прямой эфир радиопередачи «Библейские вопросы». Позвонила женщина, это был очень серьезный и трогательный звонок. Она сказала, «Мой сын погиб в автомобильной катастрофе, когда был пьян пару дней назад. Он не покаялся и не стал христианином. Мне нужно знать, горит ли он в аду?» Ведущий попытался избежать прямого ответа. Он сказал, «Бог судит такие вещи, я не хочу ставить себя». Она сказала, «Нет, скажите это, мне нужно знать». Он ответил, «Если он не был спасен, Библия четко говорит, что он пошел в ад и будет мучиться там вечно. И вы бы только слышали эту женщину. Перед тем, как он закончил, она с трудом сдерживала слезы и повесила трубку. Сразу же после этого позвонила молодая девушка, студентка колледжа. Она сказала, «Я хочу верить в Бога. Я хочу отдать свое сердце Иисусу. Но мне сложно даже представить, как я смогу любить и доверять Богу, который так жесток и несправедлив. Как он может взять все творение, которое он сам создал, и которое от природы склонно ко греху? Ведь мы все грешим от природы, когда рождаемся, и потом на всю вечность погрузить их в огненное озеро за грехи, совершенные за короткий период времени жизни». Он сказал, «Кто мы такие, чтобы задавать Богу вопросы, если вы поняли, насколько ужасен грех?» В этот момент я же подпрыгивал вверх-вниз, крича на свое радио в доме, находящееся в 16 километров от ближайшего телефона. К счастью, эта радиопередача длилась больше часа. Я прыгнул в свою машину и помчался по извилистым горным дорогам. Пока я ехал, я молился, я чуть не угробил себя, пытаясь добраться до города. Я пришел в дом друга, где был телефон. Я был весь напряженный, даже не постучался и сказал, «Мне нужно воспользоваться вашим телефоном». Всю дорогу я молился за то, чтобы дозвониться, потому что на этой передаче была всегда занята линия. Я также молился за то, чтобы те две женщины ее слушали. Я набрал номер, было занято, но я не сдавался. Бог хочет, чтобы вы были настойчивыми. Я набрал еще раз и попал. Тогда мне ответили, «Не кладите трубку». Очень скоро трубку взял диктор и сказал, «Добро пожаловать на нашу радиопередачу». Я сказал, «Брат, я верю». И Библия ясно учит тому, что когда человек умирает, он засыпает до времени воскресения. Никто не горит в аду до суда, и никто не будет гореть вечно. Позвольте мне поделиться несколькими местами из Писания. Спасибо большое. Мне приходилось говорить быстро, потому что тот парень обрезал меня и перебивал. И знаете, Бог дал мне этот дар. Я вырос в Нью-Йорке. Итак, я просто начал делиться всеми этими местами из Писания, где сказано, что они погибнут, они умрут, они будут поглощены, они не будут сожжены, больше нет боли.
И очень скоро, когда я слушал радио, я больше не слышал свой голос, потому что ведущий выключил звук, пытаясь меня отрезать. Когда я вернулся в эфир, я сказал: «Сейчас я могу ответить?» Он согласился. Я сказал: «Написано, что Содом и Гоморра были сожжены вечным огнем, но сегодня они не горят. От них остался только пепел. Это то, что Бог намерен сделать с грешниками». Тогда тот ведущий повесил трубку. Я был вежлив. Знаете, что я сделал? Я сказал: «Господь, я хочу, чтобы однажды у меня была радиопередача, где бы я мог давать людям правильные ответы. Но знаете, я никогда даже не мечтал о том, что Бог это сделает». И сегодня у меня есть собственная радиопередача. И в последние 20 минут той передачи он больше не отвечал на телефонные звонки, потому что то, что сделала Библия, было настолько сильно, что у него просто не было слов. Друзья, я надеюсь, вы прочитаете дополнительные приложения к нашему уроку. Нам нужно заканчивать. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Вопрос номер 17. Возникнет ли проблема греха во второй раз? Писание сказано о том, что скорбей уже не будет. Больше никогда не будет этой опасности. Бог не сделает дьявола и грешников бессмертными. Если кто-то и заслуживает вечного пламени, так это сатана. Верно? И в книге пророка Иезекииля сказано: «Не будет тебя вовеки. Был человек и нету навеки». Бог говорит: «Я есмь, а тебя не будет». Он не будет увековечен, он будет страдать больше, чем кто-то другой. Более того, в Библии говорится, что Бог награждает каждого по заслугам, не так ли? Существуют разные степени наказания. Представьте себе, если каждый идет прямо в ад и будет вечно там гореть, это значит, что муки у Адольфа Гитлера, который убил миллионы людей, не такие страшные, чем муки Каина, убившего одного. Справедливо ли это? Нет. Посмотрите, что об этом говорит Библия. Если Бог помещает людей в озеро Огненное, и они подвергаются наказаниям разной продолжительности или интенсивности, согласно тому, что они заслуживают, значит, существуют различные наказания. Возможно, некоторые просто легко отделаются, потому что многого не знали, не исповедовали своих грехов и не получили прощения. В то время как другие получат больше наказания, соответственно тому, что они совершили. Вопрос номер 18. Какой проницательный вопрос задал Иов? Человек праведнее ли Бога? Здесь есть кто-нибудь, чей ребенок был непослушным, невежливым, ругал своих родителей, воровал их деньги? Я встречал таких детей. Вы бы шлепали его целый месяц? Или неделю? Знаете, некоторые родители ругают своих детей, но в конце концов они все равно устают. Нет, вы не такие. Разве мы праведнее Бога? И знаете, Господь желает, чтобы мы знали, что Он есть любовь. И истина по этому вопросу приблизит нас к Господу. Я надеюсь, ваше сердце будет открытым, и вы будете молиться и слушать, как Джон поет этот известный гимн. Можете ли вы доверять, любить, отдать свое сердце и душу Богу, который является Богом любви? Он делает это справедливо. Он хочет, чтобы вы пришли к Нему такой, какой вы есть, чтобы жить вечно. To my heart, draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, hold me close to Несколько лет назад наша семья ехала по горной дороге в небольшой домик на нашем ранчо. Нам показалось, что мы увидели оленя на дороге. Оказалось, что это была брошена кем-то немецкая овчарка, возрастом около года. Мы старались сделать все, что могли. Уговаривали ее сесть в машину, но она боялась. Вдруг мой старший сын Михей, которому тогда было около 8 лет, вылез из машины, встал на колени и пополз по направлению к собаке. Издавая звуки поцелуя, и собака подошла к нему. Тогда он схватил ее и посадил в машину, взял домой.
Она была брошенная и хотела есть. Мы назвали ее Принцем. Она прожила у нас несколько лет. Хорошая собака. У нее была хорошая жизнь. Она могла свободно бегать, ведь ближайшие соседи жили за 1.5 километра от нас. Ее миска всегда была полной, а воду она пила из пруда. Я имею в виду, у этой собаки была собачья жизнь, но... Несколько лет назад она заболела болезнью, которой иногда хворают немецкие овчарки, и не могла ходить. У нее была проблема с бедром. И по мере того, как она старела, а ее шерсть сидела, на нее было жалко смотреть, когда она волокла свои задние лапы. И мы не хотели это делать, но Михей однажды сказал: «Папа, я думаю, я должен позаботиться о принце». Он убил собаку. Это было поступком любви и одной из тяжелейших вещей, которую он когда-либо делал. Он любил свою собаку. Когда Бог разбирается с нечестивыми, людям нужно знать, что это поступок любви, это поступок милосердия. Грешники несчастны, они чувствуют себя ужасно, и Бог намерен наказать их, потому что Он любящий царь. Он справедливый, но Он намерен их сжечь, чтобы они не страдали на протяжении всей вечности. Друзья, вы можете доверить свою жизнь такому Богу. Те, кто смотрит нас по телевидению, друзья, я верю, вы желаете это сказать. Да, я хочу принять вечную жизнь. Существует только два пути, один из которых вы можете выбрать. Вы можете жить и царствовать вместе с Иисусом, или разделить наказание с дьяволом. Хотите ли вы сегодня сказать: «Да, я желаю следовать за Господом, я хочу быть с Ним»? Молились ли вы за это? Хотите ли вы быть в Божьем присутствии и осознавать это? Вы можете присоединиться к нам в молитве, находясь прямо у себя дома. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за библейскую истину, которая делает нас свободными, что Ты Бог любви, Бог милости. Дорогой Господь, я молюсь за то, чтобы мы могли понимать хотя бы немного из того, что нам еще непонятно. Помоги нам строить свою жизнь на скале Слова Божьего. Но больше всего помоги нам понять, что Ты справедливый Бог и любящий Отец, и что однажды Ты создашь мир, где больше не будет боли, сожалений, страданий и греха. Мы хотим быть там с Тобой всю вечность. Помоги нам сейчас жить с Тобой. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь.